Воспитанники Ивановской спортшколы Олимпийского резерва «Текстильщик» сам в утро в предвкушении. И не случайно сегодня тренировать их будет Сергей Писяков, голкипер московского «Спартака». В прошлом сам воспитанник ивановского футбола. Первый тренер Сергея Владимир Бутов теперь наблюдает за своим бывшим учеником по телевизору. Все зависит от характера ребенка. Если он это дело любит, как мы говорим, это ваша любимая работа, и он к ней относится добросовестно, не пропускает занятий, посещает всегда, все вовремя, то, конечно, из него что-то получается. Когда проделана колоссальная работа, она бесследно не проходит. Поэтому... Ну, так сказать, он один из трудоголиков был. Ну, я думаю, он должен, конечно, сыграть. Данные великолепные. Поэтому так где-то, может быть, и были сбои какие-то там, ну, накладки. По жизни все бывает. Ну, я думаю, он уже на сегодняшний день вполне созрел. Я думаю, он четко в будущем сезоне за «Спартак» в основе заиграет. Хороший вратарь – залог успеха команды. По мнению Сергея, тренировать будущих голкиперов необходимо как совместно с командой, так и индивидуально. Так что провел мастер-класс специально для юных вратарей. Уровень нынешних воспитанников спортшколы считает спартаковец намного выше, чем во времена его детства. В основном благодаря созданным для них условиям. Ну, даже брать инфраструктуру, вот стоит манеж, там уже сколько искусственных полей построили. То есть в сравнении даже лет 5 назад было одно поле, сейчас уже их несколько смотрю. То есть, я думаю, развивается. А когда материальная база для юного футболиста создана, остальное зависит только от его упорства и стремления победить. А с этим у ивановских спортсменов все в порядке. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.